попали сюда из числа мобилизованных. Меня зовут Сергей. Вот, пришла повестка. Ну вот, пошли защищать нашу родину, нашу отчизну. Стараемся это делать, потому что как бы мы за мир, за благополучие, за мирное небо над головой нашей страны, нашей родины, также за мать, за наши семьи, за детей. Стараемся, конечно, всеми силами, чтобы поскорее это все закончилось. Ну, естественно, конечно, это все зависит, как Бог даст. Поэтому как бы мы хотим, чтобы было счастье, здоровье, успех наших детей в будущем. Считаюсь номером расчета, как бы моя задача, значит, допустить заряд и как бы дослать его, чтобы работа была выполнена, чтобы наше, как бы, направление нашего орудия сработало. Значит, также являемся поваром нашей команды. Ну, так, частично это так, конечно. Вот, чтобы наши хлопцы были сыты, с бодростью, как говорится, здоровы. Вот. Кормят нас здесь хорошо, поставляют все отлично, задержек никогда нет. Все у нас очень вкусно, если постараемся. Вот. Так что жаловаться там нечего. Дома ждет семья, дети. Передаю огромный привет своей семье, маме, родственникам, всем близким. Вот. И хочется поскорее домой, увидеться со всеми. Вот. Дай Бог получится. Скоро увидимся.